Инновационный бизнес-парк «Ленинский» площадью около 13 гектаров расположен на территории промзоны муниципалитета. Комплекс отличает выгодное расположение к транспортным магистралям и крупным населенным пунктам. Здесь находятся производственные помещения международной компании HB Group. В настоящий момент используются два складских комплекса, на которых трудятся более 200 человек. Половина из них – жители Ленинского городского округа. Первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин с рабочим визитом посетил бизнес-парк «Ленинский». После пандемии, как у вас это получилось? После пандемии, наоборот, лучше, здесь комфортно для бизнеса, потому что в городе основные люди как больше, ну, ограничения больше, а в загороде больше, как люди чувствуют работать и более комфортно. Хорошо прошли. Руководство предприятия организовало небольшую экскурсию по производственным помещениям комплекса. В активе холдинга многолетний опыт производства и организации крупных оптовых поставок продуктов питания, мягкой игрушки, большого ассортимента бытового и промышленного оборудования. Область развивается и требует привлечения. А привлечение каким образом? Только честным взаимопониманием с бизнесом, создание условий. Это вот такой принцип, и мы его в нашем Ленинском городском округе строго придерживаемся, хотим развивать. За 20-летний период своей деятельности фирма зарекомендовала себя как серьезный бизнес-партнер в различных областях экономики. Это позволило компании наладить обширные торгово-экономические связи на российском, а также на китайском рынке и занять там прочное место. Бизнес-парк «Ленинский» достаточно известный и в России, и в Китае уже. Поэтому по Китаю мы тоже достаточно с разными провинциями, регионами работаем. И здесь мы будем дальше и привлечь российские партнеры. В настоящее время компания развивается. Как рассказал Альберт Гравин, уже подана заявка и разработан проект на увеличение производственных мощностей и создание дополнительных рабочих мест. Позиция руководства нашего городского округа – это обеспечить бизнесу достаточно комфортные, удобные в рамках законодательства рабочее пространство, условия для труда, для того, чтобы мы могли динамично развиваться. Безусловно, это пополнение нашего бюджета, который около 80% израсходуется исключительно на социальные нужды. Это было первое знакомство администрации муниципалитета с руководством HB Group. По поручению главы Ленинского городского округа в течение 2 недель будет организована еще встреча, на которой обсудят дальнейшие вопросы сотрудничества. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.